Всем привет, ребят. Ну что, вот и стало ясно, что же все-таки в обновлении поменяли с архидемоном, добавили новые виды архидемона. Интересные добавили ему иммунитеты. В общем, сейчас посмотрим. Зайдем на AS сервер. Я вам там покажу. И здесь тоже покажу. У меня там, к сожалению, нету прокачки под архидемона. Но я вам постараюсь показать здесь. Ну, там мы посмотрим на новые его функции, что он может. Честно говоря, удивили. Реально удивили с архидемоном. Сегодня на iOS-ике были обновления, и сейчас мы их посмотрим. Так, где там ты? Вот, есть. Обновили сегодня сервачок iOS-ик. Сейчас глянем, чекнем, что тут есть. Вот тоже камешки сразу же добавили. Пак за один самоцвет. Открыли линию обороны. Хорошо. Настолочка, я с утра забирал ее. Второй день. Такс, карта богатства, парящий остров. Ну, стандартные, его не меняли. Окей. Ничего себе. Ого. Ого, нифига себе. Посмотрите, что здесь. Блин, ну реально круто. По 100 осколков. Сколько героев можно собрать. Классно. В общем, поехали. На архидемона. Сейчас вам еще на Тайване покажу. Смотрите, какой архидемон. Огромный урон, дополнительный урон наземным врагам. Ну, блин. Интересно очень, и судя по топу, его не так просто бить, потому что, видите, 6.5 максимум набивает, 6.25 даже. Многие даже и до 6 не дошли. То есть архидемон новый, читаем умение, наносит урон 5 ближайшим героям противника. То есть он бьет не одного, а сразу же 5. Это реально жестко, когда архидемона меньше 60% здоровья, он наносит большое количество урона нелетающим врагам. Кулдаун 10 секунд. Ну, блин. Это реально круто. Невосприимчив к урону, оглушению, заморозке, параличу, блокировке, уменьшению энергии. Замедление не вижу. Замедление. Кстати, возможно, вернется замедление обратно. Не может получать более 5 миллионов урона за удар. Игнорирует лимит урона своих целей. Понятно. То есть получается, что он будет бить даже сквозь ограничения. Но это, конечно, круто. Огромный урон, дополнительный урон наземным. Ну, поехали. Хотя бы посмотрим приблизительно. Мы, конечно, его тут сильно особо не пробьем. Но потестировать, я думаю, сможем. Так, будем агрить на Фрею. Смотрим. В чем это? Ух ты, смотрите, как сразу минуснул. Интересно. Жестко как-то. Реально очень жестко.
То есть он бьет сразу несколько целей. Блин, ну это интересно. Хоть что-то интересного есть у нас на английском сервере через несколько дней. У меня сейчас на Тайване есть на русском. Архидемон только закончился. Вот смотрите, он просто с одной тычки вынес. То есть он игнорирует действительно ограничения. Вот опять ударил. Интересный архидемон. Ну, я думаю, попробуем его на английском сервере уже. Может, и здесь еще попробуем. Возьму аккаунт потестировать. Ну, блин, реально крутой. Крутой архи. Это прикольно. Наносит урон 5 ближайшим героям противника, когда архидемона менее 60%, наносит большое количество урона нелетающим врагам. То есть, соответственно, блин, сюда, наверное, надо будет уже брать ворожея, потому что, я думаю, вряд ли здесь от хила от питомцев с таким дамагом хватит. Хотя, в принципе, может и на максимальных прорывах должно хватить. Плюс нету, я смотрю, замедление, оглушение, молчанка. Космос здесь уже не актуален будет. На нем написал Антон как раз в телегу. Я зашел, посмотрел. Действительно, не актуально все. В итоге у него все герои просто тупо слились. Сейчас попробую сохранить видосик, вам сразу же показать. То есть Космо уже не катит на архидемоне. Возможно, это единственный архи такой, а возможно, их будет, он будет не один. Вот так вот. Смотрите, еще раз снимать. То есть Космо здесь уже не актуален. Так, все герои просто разлетелись. То есть здесь придется брать действительно ворожея. Ну, блин, что я могу сказать? Интересно. Я не вижу, конечно, какие у него там хотя бы вроде 30, ну, нормальные прокачки. Герои разлетелись, то есть состав, который был раньше, сюда уже не прокатит склад. Надо будет поменять сюда урожай для отхила. Дамажит он реально. Смотрите на космос. Сейчас я вам тоже самого такого же покажу. У себя на Тайване, вот у меня есть тоже архидемон, но здесь он немножко какой-то другой, 0,3 секунды 50, но здесь Космо, вот я собрал специально состав, сейчас вам тоже это же покажу. Вот смотрите, выпустил Космо и смотрите на архидемона, то есть он дамажит. Все равно бьет. Даже под щитом он бьет. Сейчас попробуем с ворожеем. И с тыковкой посмотреть. Ну вот Фрея получает дамаг, причем получает очень хороший дамаг. Проседает ворожей, смотрю. То есть он бьет не одного, а сразу несколько целей. Сейчас посмотрим, или хватит у нас. Ну, блин, интересно. Тут с Тайваня, конечно, сложно переводить. Какой тут архи, что тут у него есть. Он тоже какой-то специфический. У
Но Фрейя проседает, причем проседает. То есть у него тоже ограничения, игнорируют ограничения. Ну, здесь однозначно надо отхил теперь. Я не знаю, или хватит здесь питомца, но будем разбираться, думаю, по чуть-чуть. На английском сервере уже. Ну, вот такие вот, ребятушки, у нас на сегодня изменения в плане архидемона. Да, жестко-жестко проседают, конечно, наносит он дамаг вокруг героям, то есть у него зональный урон. Прикольненько. 2 миллиона жизней, как и было, ограничение 500, но изменили немножко его умение. В общем, будем смотреть уже, переводить на русском, на английском сервере. Ну, это прикольно. Хоть что-то сделали интересное новое. Все, пишите комменты, кто бегал, кто что встретил, кто что увидел. Всем удачи, всем пока.